тобі світом. І хто? 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 Даша! Ваша Даша! Наша Даша! Боже, яка класна качка! Так обожаю твій телефон! Сьогодні, точніше вчора, моя принцеса королева великолепна отмечала свой 16-й день рождения. Да. И сьогодні я имею честь провести целый день в ее компании. Да. Сьогодні ми будемо з вами распаковывать подарочки, да, Даша? У нас еще на день-то праздник. И сегодня мы постараемся вам показать как можно больше деталей. Даша что-то шукает, я не понимаю, еще принц выглядит на белом коне. Даша тут немає, тут только вот парк. Это там... Ой, па, счастья, здоровья вам. Даша. Дети нам Цезарь принесли пиццу. Что? Даш, ну она что? Блин, ну так... А ты подивилась, что там основное? Я еще не подивилась. Ну, когда мы будем дивиться, Даш? Хочешь сказать? Сейчас уже снимаю. Ай, дай я кудись сюда подвинусь. А вам? Конечно, малышка, как ты хотела. Ну, я не знаю, это обычное, типа, но не знаю, какое оно будет. Там и эти есть для, поняла, специально для маникюра. Такие полосочки. Так я поняла, что это за говно. Я шучу. Ну, это тоже, чтобы когда-то, осенним или зимним, или летним вечером, ты вспоминала про Sweet Pills. Так вот. Я обожаю фотографии просто вообще очень сильно. Это черная, да. Ну да. Я же знаю, что ты мне нарисуешь картины. Только черная ручка. Только черная ручка. Я специально для тебя покупала. Да, это оно уже отвалилось. Ну, мы, Даша... Даша потом все равно их отклеивала бы. Ладно, тут, коробку я оставлю. Так, Одесса жемчужина у моря. Да. Да, что там еще? Основу, основу. Ну, это косметичка, Даш. Это то, а ну так, а ты ее открой, посмотри, какая она там. А вы что, не для маникюра. Апа! Она очень красиво раскрыла, когда я раскрыла, она прям очень красивая была. Прям такая, прям... Я в нее влюбилась, понимаешь, просто и все. Там, короче, серединка. Да, это серединка, а то этот. Так, да. Вот, это там туда вкладывается. Класс. Ну, ты поняла, да, как там оно делается? Ой. А, понятно, как по-другому. Еще можно якось по-другому. Фотки мне понравились, такие по качеству прикольные получились. В принципе, если даже я... Все равно ты бы их отклеила, куда бы ты их приделала в итоге. Будет у тебя тоже своя штучка. Знаешь, что я делаю? Что? Если папа, я надеюсь, что летом в скором времени будет сколько-то нормально. Ну, да? Это? Я люблю, ну, конечно, они такие красивые. Цвета красивые вообще. Ну, а как? А чай то, конечно, чтобы ты с шоколадками была. Тебе понравилось, Даша? Коробка чай. Уже. Я люблю твою камеру. Спасибо. Я вообще добытчик, понимаешь? Да. Даша заказала себе имбирный чай. Удачно. Я себе заказала глинтвейн. Глин, короче, яблочный. Боже, на вид качество лучше, чем на фотках. Ты заболеваешь? Да. Рули. А еще у нас тут... Ой. Короче, Даша, мы... Где? Расскажи, пожалуйста, людям. Может, некоторые не понимают, что этих обоев не узнают и штор. Это, короче, мы в Франсуа, которая на девятке. Мы заказали еще вот такие вот с шоколадом, а Даша, Даша с этим. Малиной. Я что, рискую твой чай попробовать еще? Даша вкуснее, это да? Серьезно. Класс, мне очень нравится. Даша, скажи, как тебе сегодняшний день? Шикарный.
сегодня, у нас такие сегодня милые темы. Мы сегодня так с Дашей мило беседуем вообще. Прям можем даже такого толкового ничего не снимаем. Мы сегодня меньше бесимся, а больше о таком о жизни нам, да, Даша? Да. Плакали сегодня. Так, прям все душевненько. Так что будем мы. Еще мы на синяк отдавили помады. Потому что Аня целуется. Простое. Доброго вечера, пани та панове! Дивіться, воно опять приблудилось, понимаете? Це просто... Як завжди. Просто. Ну, ми що ми хочемо вам сказати? Пожелайте, пожалуйста, далі здоров'я. Ногая літа, ногая... Ногая... А ще хочу сказати, що ви підписались на Уту, Усю і Дашу. Скажу на Уту, і Влад Світпілс, і Даша Карпенко ждут вас в своєму інстаграмі. Там очень много всего интересного, смешного, познавательного, креативного. И вообще, все вот так вот.